Олег занимается раскруткой и разработкой сайтов. Собственное дело открыл год назад. В штате уже работают несколько человек – программисты и дизайнеры. Молодой человек признается, чтобы успешно развивать свой бизнес, необходимо его правильно презентовать. Посетили данный семинар для того, чтобы узнать много интересного по поводу упаковки бизнеса, именно для того, чтобы понять, как правильно презентовать продукт клиенту. В современном мире престиж компании – главный залог ее успеха. Чем раньше это понимают владельцы, тем быстрее они приходят к серьезным результатам, оставляя своих старомодных конкурентов позади. По словам специалистов, хорошая упаковка своего дела – это не только красивый сайт. Помимо информационного ресурса, целеустремленным предпринимателям нужно развивать сообщество в социальных сетях, создавать наружную рекламу и делать электронную рассылку. Уже готовый бизнес можно выгодно продать и получить хорошую выручку. Этот термин означает вот бизнес и все оболочки, в том числе маркетинговые для продажи, которые вы можете дать, его плюсы, минусы, организация внутри предприятия, если мы говорим про бизнес, да, вот это все в комплексе, это вот упаковка бизнеса. Организатором бизнес-семинаров, которые проходят практически ежедневно, выступает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Семинары проходят на бесплатной основе для всех предпринимателей, кто относится к малому и среднему бизнесу, и для лиц, которые еще не открыли, но как раз-таки хотят открыть свое дело. А зарегистрироваться можно через сайт право-рост.ру. Находимся мы на Урицкого, 19, это бизнес-центр «Деловой мир», первый этаж, поэтому приходите в любое время. До конца года в Самаре проведут еще 9 специализированных семинаров. Предпринимателям расскажут о презентации бизнеса, мерах его поддержки, финансовой грамотности и правовых нюансах. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.